знаходимся на проспекте Свободы, который переходит проспект Шевченко. Под ним сейчас течет речка в трубе. Она протекает в трубе. Раньше она текла на поверхности, и тут была заболоченная метка. А в этом здании была первая аптека, в которой придумали впервые газовую лампу. А это здание – это первый кинотеатр в Украине. Здание, где учился Богдан Хмельницький. Оперный театр. Да, в чем мы закинем?
Соседний домик, дом Корня. А вот там вися на жнаве, там на доминиканском мечу. Соли Део, онор и глория. Господу единому честь и слава. Соли Део, видим шесть окон. У всех по три. Господу. А что это? Это доминиканский собор. Мы были в нем, потом мы пошли в этой церкви, потом вот там армянскую провернули, и вот, кстати, эту церковь я сюда не вижу. Что такие там Ви до оперного театру з ратуші. Як змагання між цими. Так, що, хто, ну, більше не оцю, то есть, так, да, більше не оцю. Кампіан, ну, це, Корняк ставив свою. І так воно було таке змагання. Це за що добудова, та що поставили рекорд, потім 24. А, оце урок. Находимся в центре Львова на городской ратуші, то есть міська рада. І спостерігаємо види міста Львова вокруг себе. Навколо себе. І нам дуже цікаво. Супер. Видим перед собой в парке Івана Франка. Івана Франка. Найстаріший парк в Україні. Вокзал з ратуші. Авторка француз. Привет. Спускайтесь. Ну давай. А вы на Закарпатье? Всем привет, всем.
И это часы. Что за часы? Так, в 1848 году австрийским часовщиком был проведен во Львов, когда был звали его Вильгельм Штиль. Вот это час механизма, который вы видите, с этого же года, с 1848 года, ни разу не ремонтировалось, ни разу повреждений к ним не было реставрации. Он работает 150 лет. В этом же году, 1848 году, на площади Рына была революция. И бросали ядра, воевали, и упало ядро вот таких шестер небольших. И три шестерни были ужасно повреждены. Часы встали, работать не могли. Реставрировать их Львов не мог никто. Потому что тут специальный сплав, специальное железо. И должны были отправить эти часы только в Австрию. Но австрийцы такие люди, в это время они земли хозяйничали, такие люди, что они не могли допустить, чтобы эти часы стояли. Они решили нанять человека, который бы вручную запускал эти колокола, чтобы часы стояли. И он каждые 15 минут, каждые полчаса, каждый час часы запускал. Ставьте 2 года жизни, как и пели. Без выхода, без ничего. Вот тут он прожил. Но он настолько был влюблен в эти часы, что после того, когда уже реставрировали их через 2 года, когда привезли и ему сказали, уходите, парень, он страшно заболел и умер. Фамилия этого монаха он не знает, хотя он достоин был чести. Его фамилию знали, но мы не знаем. И вот с тех пор часы уже не реставрировались, не смазывали их, а чуть-чуть, где, говорится, почистили, но уже реставрация не было. А во время войны не реставрировали? Во время войны их просто остановили, потому что было жалко всяких механизмов, всякого всего, просто стояли. Ну, это слышно, что их дали, кредит на вежу. Тегери и заводят часы, так как они механические. Эти часы имеют мировое значение, потому что таких часов только двое. Во Львове и Видень. Австрия. Все, ребята. Спасибо большое. Видите, чтобы вас не ударило шесть этого. Thank you.
Так. Слева направо читается, то есть прямо налево. Нет, у нас нет экологических проблем. Давай, да, сразу только, я до трех считаю. Только сиди, просто... пока мы не скажем. Снимай дома, а потом потом выходит. Подожди. Сиди. Сиди, я еще дома не снял. Я еще дома не снял. Все, хватит. Я просто больше задержу дыхание. Самый старый парк в Украине. Погибшие, психологичные станы понятно. Погибшие?
śpiewa tak się przyrodzają. Gdybyś miał życzenie skorzystać z kolejnej indykacji, to bym pan taką możliwość. Szukali, to tutaj jest pani prezydowa. I tam w ostatnim drzwi jest miotełko swoje. Tam jest indykacja płata, ale można w kościele. Firmowy pojazd Halczyna nr 108 89 znajduje się na pierwszym oporodzie. Thank you.